Уважаемые пассажиры, находясь в здании вокзала или станции, не оставляйте свои вещи без присмотра. Не доверяйте их сохранность незнакомым лицам. Во избежание краж пользуйтесь услугами камер хранения багажа и ручной глади. Остерегайтесь граждан, предлагающих обменять иностранную валюту, распить спиртные напитки и воспользоваться мобильным телефоном. Если в отношении вас совершено противоправное деяние, вы стали свидетелем или очевидцем преступления, а также обнаружили бесхозные вещи или предметы, незамедлительно сообщите о случившемся сотрудникам транспортной милиции.